Да, отлично. Привет, друзья! Меня зовут Чогл Артем, и вы в моей студии Plastic Body. Сегодня родилась очень классная тема, очень классная идея. Это разъяснить и объяснить девочкам, которые не совсем понимают, что же делать со своими какими-то проблемными зонами, когда человек говорит, что вот я худею, сижу на правильном питании, не употребляю лишних калорий, при этом худая, но в определенных каких-то зонах я недостаточно себе нравлюсь. То есть там зачастую это у девочек худой верх, это уже там и плечи, и щеки очень там, да, худые, то есть и, ну, фактически весь торс худой. А низ, наоборот, он вроде бы как бы худой, но непропорциональный как бы второй половине тела. И вот в таком случае, понятное дело, что вы можете еще больше ужесточить свою там диету, еще больше ужесточить свои какие-то там количество израсходованных калорий, в общем. Но при этом человек худеет и понимает, что он худеет уже до безобразия. То есть, ну реально, можно похудеть до безобразия. То есть, когда ты стоишь и понимаешь, что у тебя там ребра торчат, что ты скелет, но при этом как бы какие-то проблемные участки тела, они все равно имеют формы и все равно не худеют и не похудели настолько, насколько хотелось бы. Так вот, это и есть признак того, что у вас есть такое, есть такое понятие, как фиброзные ткани, это гормональный жир. Гормональный жир, он достаточно плотный, и за счет того, что он плотный, он не перерабатывается организмом, и, соответственно, он создает объемы. Поэтому для этого есть уникальная методика Plastic Body, ручная пластика, липопластика. Это то, что поможет вам избавиться от вот этих фиброзных тканей. Да, метод достаточно болезненный, потому что для того, чтобы разрушить фиброзную ткань, уплотненную ткань, ее однозначно нужно развивать до желеобразного состояния. Это достаточно травматично. Поэтому вы должны как бы понимать о том, что это можно терпеть, это можно от этого избавиться, но при этом нужно, конечно, приложить немножко усилий. Поэтому видео записывается целью для того, чтобы вы понимали о том, что у женщины есть не только калорийный жир, но и гормональный. И если вы видите о том, что если у вас минимум калорийного жира, вы худая, но при этом какие-то определенные участки тела у вас все равно объемные и вам не нравятся, это говорит о том, что там фиброзная ткань, гормональный жир. И значит, есть смысл обращаться и искать метод Plastic Body для того, чтобы поймать вот эту пропорциональность. Все, в общем, много наговорил, надеюсь, что всем понятно. Если нет, пишите мне в комментариях, я еще больше расскажу, подскажу, дам больше информации, ссылок, в общем, поделюсь всеми своими знаниями. Вот, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну, а я буду делать больше контента, больше видео для вас, если вы будете больше меня лайкать. В общем, всем хорошего настроения. Пока-пока и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Да?